Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Алексей Игоревич Бурдуков – молодой талантливый киноактер. За свои 34 года успел сняться в 34 фильмах и сериалах. В школьные годы Алексей не помышлял об актерской профессии. Активно занимался спортом, посещал различные секции, сцена его никогда не привлекала. Все в жизни решил случай. Одноклассница Алексея записалась на подготовительные театральные курсы, и Алексей из интереса решил попробовать поступить в театральное училище. После окончания школы в 2001 году Алексей с первой же попытки поступил сразу в три театральных вуза. Но Алексей выбрал школу-студию МХАТ. Руководителем курса был Константин Райкин. Будучи студентом 4 курса, Бурдуков снялся в большом сериале про разведчиков «Диверсант», сразу в главной роли. Партнерами по фильму были прославленные актеры Владислав Галкин, Андрей Краско, Михаил Ефремов, Владимир Меньшов. Фильм имел оглушительный успех. Через 3 года было снято продолжение. Роль лейтенанта Филатова стала знаковой для Алексея. Режиссеры разглядели в серьезном улыбчивом парне большой потенциал. Бурдуков несколько раз играл в военных фильмах офицеров, криминальных сериалах милиционеров и рядовых. В 2019 году выходят 4 фильма с участием Алексея Бурдукова. Военные драмы «Ильинский рубеж» и «Ничья земля», исторический сериал «Мятеж», триллер «Перевал Дятлова». Со своей будущей супругой, молодой актрисой Анной Старшинбал, Алексей познакомился еще в театральной студии при молодежном театре Вячеслава Списивцева. В 2019 году молодые актеры официально оформили отношения в Измайловском ЗАГСе. Через 2 года в семье случилось пополнение. Родился сын Ваня. В семье, где 2 молодых востребованных талантливых актера, не всегда все бывает гладко. Пара расставалась на некоторое время и вновь воссоединялась. Алексей Бурдуков в 2017 году ушел из театра, но продолжает сниматься в сериалах, чаще в военной тематике. А какой первый фильм с участием Алексея Бурдукова посмотрел ты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.